Фан-айди или карта болельщика – документ, который дает право на посещение спортивных соревнований. В России массовое использование карт началось в июле 2022 года и сразу же вызвало волну негодования со стороны футбольных фанатов. Но почему? Ведь фан-айди преследует вполне благородную цель – обеспечить безопасность людей на стадионах. Потому что на футбольные матчи ходят женщины, дети, и чтобы обеспечить максимальную безопасность для уязвимого слоя населения, для, соответственно, это тоже большой плюс. У любой медали есть обратная сторона. По мнению фанатов, цель паспорта – не мера предосторожности, а повсеместный контроль за жизнями людей, поскольку карта содержит в себе все личные данные о человеке. Протест болельщиков перестает быть немым. Вместо него – громкая демонстрация своей позиции, пустующие трибуны на огромных стадионах. Болельщики – такой слой населения, который очень активно болеют за свою команду, активно болеют за свои клубы, и поэтому какой-то контроль со стороны государства для них очень негативно сказывается в их понимании мира. То есть их тоже можно понять, потому что они, это для них что-то новое, и, естественно, им еще тяжело с этим смириться. Уже сейчас вопрос об отмене системы фан-айди стоит весьма остро. Однако чем закончится противостояние болельщиков и закона, покажет время. Виктория Нагина, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.